Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на канале Перекупщик. Данное видео решил снять о том, стоит ли покупать коллекционные игрушки. Вот в частности, конкретно вот эти игрушки. Значит, паровоз сегодня у меня покупают 5000 гривен. Хорошее вложение. То есть за месяц чистый доход у меня получился 5000. Потому что я купил несколько вещей, те вещи продал, отбил вложения, и вот эти игрушки получается навар 10000. Да, сегодня я однозначно говорю, что мне выгодно купить вот такие редкие вещи, и следующий год, и через 2, через 3 года цена будет только расти. Но есть опять же оговорки, нужно успеть ее продать, потому что все-таки сегодня 150-200 долларов — это не маленькая цена за такую вещь. И не забывайте, мы находимся на территории Украины, где с финансами очень туго, поэтому сегодня дают вот эту сумму, я с удовольствием ее возьму, потому что я не знаю, через год смогу ли я так же легко ее продать. То есть, если вам это досталось за небольшие деньги, почему бы не воспользоваться случаем? Я рассказываю конкретные примеры. Вот, пожалуйста, прибыль 10000 за короткий промежуток времени. Вы там можете как раз видео посмотреть, когда я снимал вот эти английские игрушки, когда их купил. Это игрушки, найдены в заброшке, ручная работа, 30-40-е года, очень редкие. Вот такой краткий обзор. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, понятно, те, кто завидуют, ставьте тоже лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будет много обзоров, на чем я прогорел, либо вышел в большой плюс. Но в связи с тем, что лоты окупают затратные части, дорогие лоты, поэтому в принципе дело прибыльное. С вами канал Перекупщик. До новых встреч, друзья, до новых видео.